Одинцовские девчонки и мальчишки – разносторонние личности. Они и книги читают, и с гаджетами знакомы, и на месте не сидят. На празднике, посвященном детской книге, дети могли и почитать, и поиграть, и, конечно, все это снять на телефон. Организаторы продумали программу до мелочей. Кто любит играть в компьютер? А давайте погромче, кто любит читать книги? Самое то, что надо. Вот это молодцы. Потому что умение читать книги – это очень важное качество. Ведь действительно ваша фантазия, она не ограничится только железной коробкой компьютера. А книжку ее можно потрогать, полистать, пофантазировать. В зале гарнизонного дома офицеров преимущественно школьники. Путевка на праздник им досталась не просто так. Они победители сразу двух литературных конкурсов, проходивших в Одинцовском районе в рамках недели книги. Любимые книги, любимые фильмы и сочиняем и рисуем сказку. Конкурсы с такими названиями собрали не только детей, но и взрослых. Грамотами и ценными призами наградили 58 работ. На дне детской книги праздничные мероприятия не заканчиваются. Впереди уже взрослую читательскую аудиторию ждет библиотека. Ночь. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».